это сейчас они в этом месте новый построили. Угощайтесь помидором, говорю, арбузом. На! Чего ты там делаешь? Ребята. Во! Никто не знает, как оттуда их вызволить. Даже Геннадий Павлович не знает. Не, знает, надо пол поднять и залезть туда. Как он туда? Вы не бросайте эти курочки. Бараном? Да. Я барашка маленьким даю. А что? Подожди, кучку я заберу, я барашкам даю, они хорошо едят. Барашкам даст? Не уходи. Я хотел тебя спросить, не тратьте батарею, ну что, убил козу. Тратьте, у тебя хочется зарядка. Ну, опускал там все эти такие эти, пакетики, не пьешь? Почему пью? А вот и не надо пить. А что? Вредно. Наркотик. Да какой наркотик, мята? Я беру травяной. У меня поднет чаю-то, а травяные пакетики. Ну. Мята, черника со смородины. А я думал, там у тебя чай, кофе. Да нет, этого нет. Я уже 3 года в рот не брал. Это на сердце сильно влияет всякий наркотик и алкоголь. Ни грамма, ничего, нигде, никак. Так, ну еще архиерей-то как? Я не звонил, позвоню, сейчас пойду сегодня. Так, Володя, все, выключи, давай.